Донна Деликен, таинственный незнакомец, глава 5, признание похитительницы. Эй, Вив, какого черта ты делаешь? С тобой все хорошо? Что-то я не понимаю, а кто должен был его охранять? Ты. У тебя реально крыша едет? Донна, не притворяйся, что ты не хочешь быть здесь. Я же тебя знаю. Маме не здоровится, мне нужно будет сидеть с ней. С вашей мамой беда. Как скоро вы сможете подъехать? Таинственный незнакомец, глава 5, признание похитительницы. Мне нужно размять ноги. Хочешь что-нибудь из автомата? Нет. Я просто не могу в это поверить. Как такое может произойти? Недавно с ней же было все хорошо. Ей не здоровилась, Донна. Ну да, но это не было так серьезно. Вы двое, дочери госпожи Аделики? Да, это мы. Как она? Она сейчас отдыхает, находится в стабильном состоянии. Так значит, с ней все будет в порядке? Сначала нам нужно получить результаты анализов, но придут они не раньше, чем завтра. Пока что доктор попросил перенести все посещения на завтрашний день, чтобы госпожа Аделики спокойствие восстанавливала свои силы. Нет, а если уже слишком поздно? Пожалуйста. Терри. Я не понимаю, почему мы не можем ее увидеть? Мы же не собираемся ее будить или еще как-то мешать. Простите. Все, Донна, пошли. Ладно. Мама не хотела, чтобы ты об этом знала. А я думала наоборот. Хотела все рассказать тебе, но нормально сделать это так и не смогла. Прости, Донна. Она умирает? Не ее вина. Моя вина. Три. Нет, ты пыталась сказать мне, а я все игнорировала. Думала, что это все пустяки. Может, если бы я больше времени проводил дома, нежели возилась с этим тупым мужиком. Что еще за мужик? Не до этого она разозлится, сказать ей. Три. Это случилось пару недель назад, но все в порядке. Я его знаю, он не пойдет в полицию. О чем ты говоришь? В полицию? Что ты сделала? Мне нужна помощь. Я дурочка. Давай не будем. Один. Кажется, я сделала серьезную ошибку. Все хорошо, Донна, послушай. Скажи мне, что случилось, и покажи, где этот мужчина. Хорошо, делай то, что сказали. Ну, давай. Один. Хорошо, я тебе покажу. Так, а теперь давай с самого начала. Однажды вечером я шла домой, ну, после тренировочных игр в нетбол. Я поняла, что за мной кто-то идет. Странный мужик. И он на тебя напал? Да. И после этого ты очутилась в бассейне. Ну да, он убежал, украл мой телефон. И там ты его связал. Да, ну ты знаешь, гражданский арест. Какая ты глупая, он же мог тебя убить. Почему ты сразу мне не позвонила? Знаешь ответ. Хотела разобраться сама, а она права. Один. Чтобы ты потом мне все мозги прожжала? Ха, нет, спасибо. Нужно было сразу сказать мне об этом, Донна. Что такое? Меня никто не грабил. Он не крал мой телефон. Сказать ей правду. Терри, я была не полностью честна с тобой. Что ты имеешь в виду? Он не крал мой телефон. Я проникла в здание бассейна, чтобы пошпионить за ним. Бассейн?
И тогда он на тебя напал? Не совсем. Не говорить про Бекки? Нет. Один. Немного наоборот. Ты напал на него? Черт, Донна, это же нападение. Нанесение тяжкого вреда здоровью. Самооборона, тебя там не было, произошло мгновение ока. Один. Это была самооборона. Я подумала, что он пришелец. Так, это уже смешно. Его, честно, наверное, там не будет. Стой здесь. Пойду посмотрю, что ты сделала. Я пойду с тобой. Он общается только со мной. И как мне это объяснить сержанту? Подожди, что? Я верила тебе. Один. Подожди, ты же не будешь докладывать об этом? Я констебль полиции. Я не могу тебя прикрывать, словно это какое-то кино. А что, по-твоему, я должна сделать? Я все это придумала. Что ты делаешь? Вызывай их. Один. Подожди, это вранье. Сказка, я все это придумала. Жди здесь. Что ты делаешь? Отпусти меня. Просто заткнись и жди здесь. Вернись, Эмма, пожалуйста. Сейчас освободимся. А, надо ровно. Понятно. Я думал, в любой момент можно нажимать. Эмма! Эмма! Что? Ты все это выдумала? Зачем? Куда он ушел? Прости. Что сказать-то? Один? Не знаю. Да что с тобой не так? Протяни руки. Заберу наручники. Ужасная ситуация. Она в ярости. Делать то, что сказали. Один. Прости меня. Не двигайся. Эмма, ни слова, снять напряжение. Один. Эмма, не молчи. Ты что, ничего не понимаешь? Мама умирает, а мы здесь в твои очередные игры играем. Дерьмово вышло. Просто шутка. Пожалеть себя. Один. Прости, похоже, правда у меня с головой что-то не так. Проблема знаешь в чем, Донна? В том, что теперь я не могу верить никаким твоим словам. Пожалуйста, как загладить вину? Это было грубо. Один. Пожалуйста, Эм. Да, я налажала. Прости меня. Я буду в больнице. Если хочешь, можешь ко мне присоединиться. Мне уже все равно. Типичное поведение. К лучшему. Смотрите, кто вернулся. Терри. А вот и он. Снова здесь. Что случилось, Донна? Что ты такое? Кто ты? Чего ты хочешь? Один. Что ты такое? Я твой друг. Это была ошибка. Друзья? Уже устала. Два. Друзей не держат в заложниках. Не знаю, остались ли у меня еще друзья. Что ты имеешь в виду? Что-то не так. Какая-то бессмыслица. Это сон?
Три. Я чувствую себя так, будто существует только наполовину, словно другая моя часть где-то там веселится, а я застряла здесь, топчусь на месте. Так или иначе, это не важно. Я больше не могу здесь оставаться. Пусть будет то, что будет. Ты свободен. Это все из-за мамы? Верно, это не секрет. Да. Один. Да, верно. И? Она умирает. Если точнее, то уже почти умерла. Козел. Очередное вранье. Пока. Один. Эти твои слова должны мне как-то помочь? Если тебе нужна помощь, просто попроси меня. Не доверять ему все равно. Как он может помочь? Три. Ты никакой не доктор. Чем вообще ты можешь помочь? А чего тебе терять? Просто попроси меня.